Работа на молекулярном уровне. Лаборант химического анализа лаборатории охраны окружающей среды ММК Елена Маяцкая была признана лучшей в своей профессии по итогам месяца. 22 года специалист трудится на благо родного предприятия, следит за качеством воды, которая участвует в производственных процессах. О профессионале высокого класса расскажем в нашем следующем сюжете. Вода играет ключевую роль во всех технологических процессах, которые происходят на Магнитогорском металлургическом комбинате. Тщательный контроль за ее качеством необходим на каждом из производственных этапов. В лаборатории охраны окружающей среды за состоянием воды следят десятки специалистов. Лаборант Елена Маяцкая – одна из них. Она трудится на участке контроля сточных вод, установки нейтрализации листопрокатного цеха номер 11. Специалист ежесменно проводит целый ряд анализов. То есть мне надо по инструкции определить такие компоненты, как химическое потребление кислорода, водородный показатель, азотную группу, нитриты, нитраты, аммиак, фосфор общий, также железо двухвалентное и железо общее. Это очень процесс долгий. Некоторые анализы делаются и по 5, и по 6 часов. В работе лаборанта не может быть погрешности и небрежности. Все исследования Елена Маяцкая выполняет с высокой точностью, скрупулезно отмеряя и отвешивая реактивы. Елена Сергеевна рассказывает, она любит свою работу, о том, что станет химиком-лаборантом, мечтала с детства. Мне всегда нравилась химия еще со школы. И я поняла для себя, что лаборант химического анализа профессия, она очень интересная и очень нужна. Я поняла, что это мое. После окончания школы Елена Маяцкая поступила в профессиональный лицей номер 13, где с удовольствием постигала азы будущей профессии. А производственная практика только укрепила ее желание работать в лаборатории. Стаж работы в лаборатории Елены 22 года. Но еще будучи студенткой профессионального лицея, она пришла к нам в лабораторию на практику. И эта девочка сразу же зарекомендовала себя как ответственный, добросовестный, исполнительный работник. И в 2001 году, закончив лицей, она пришла к нам в лабораторию работать уже лаборантом химического анализа. Елена Сергеевна сначала трудилась в лаборатории аналитического контроля воды, затем на участке листопрокатного цеха номер 5, после перешла в ЛПЦ-11. За многолетнюю добросовестную работу лаборант была признана лучшей в профессии по итогам цеховых профсостязаний. В настоящее время это опытный специалист, профессионал своего дела. Она в совершенстве знает и умеет применять на практике все методы количественно-химического анализа, которые мы применяем в лаборатории при контроле качества природных, сточных и очищенных вод. Навыки лаборанта Елена передает молодым рабочим. Она щедро делится с ними своими знаниями, опытом. В свободное от работы время Елена Маяцкая занимается творчеством. У меня с детства есть любимое занятие, увлечение. Я очень люблю вышивать крестиком. И у меня очень много дома картин. И все, кто видел мои работы, все просто восхищаются. Елена Маяцкая к любому делу привыкла подходить со всей ответственностью и любовью. Говорит, наверное, именно отсюда и высокие результаты труда. Евгения Салахутдинова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВН.